Раз, два, три. Меня слышно, сам себе я слышу, значит, вы, скорее всего, тоже. Коллеги, добрый вечер. Рад вас всех приветствовать на очередной, уже второй встрече Жук и Москару. Ну, народ потихонечку подтягивается, а мы будем начинать. Сегодня 25 января, это на слайде информация есть. Чему посвящена сегодняшняя встреча? Ну, прежде всего, я хочу представить наших гостей. Это Олег Шилаев, приехал к нам из Эстонии, из Таллина. Он работает в компании Zero Turnaround, и он сам расскажет, чем он там занимается, и, в общем-то, остальное, что пожелает рассказать. И Виктор Смирнов, он сотрудник компании Крок. И он сегодня тоже выступит с докладом. И, в общем-то, Виктор, я надеюсь, стартует хорошую традицию участия Крок в некоторых встречах Джука Маскару, поскольку компания, она, в общем-то, выступает в роли технологического партнера нашего сообщества. Вот. И, в общем-то, мы ожидаем, что коллеги, имеющие опыт, поделятся с нами своим вот этим интересным опытом работы в больших проектах, сложных проектах, ну и так далее. О чем будем говорить сегодня? У нас сегодня целых 4 темы, 4 таких небольших доклада. Все это, конечно, так или иначе посвящено Java-разработке. И одна тема, вот централизованная инфраструктура для Continuous Integration, это, в общем-то, рассказ о том, как мы здесь в компании Крок построили вот, всю нашу инфраструктуру, которую каждый день разработчики используют для того, чтобы ну, повышать эффективность своего труда. Об этом расскажет, соответственно, Витя, остальные доклады представит Олег. Программа у нас сегодня насыщенная. Вот. Я надеюсь, мы в отведенное время уложимся. В середине сделаем перерывчик. Ну, как устанете. Это по тому, что вас сегодня ждет. Ну и еще один момент, собственно, о чем хочется сказать. Вы сюда пришли, потому что вас, наверное, заинтересовали темы, которые мы сегодня вам хотим представить, но, скорее всего, вам тоже есть о чем сказать. Да? То есть я хочу сказать, что здесь нет каких-то ограничений о том, что мы сотрудничаем только с Кроком и только там, допустим, кроковские доклады или там какие-то другие конкретные принимаем. Я готов, в общем-то, и вот, так сказать, наш исполнительный комитет нашего комьюнити, да, мы готовы к сотрудничеству, готовы к партнерству с другими компаниями, с индивидуальными людьми. Пожалуйста, вот по тем контактам, которые указаны, ну, прежде всего, вот соответствующий e-mail мне можно писать. Если e-mail запомнить сложновато, то juk@maskaru это сейчас с этого домена идет редирект на таймпад, и просто по кнопочке «Связаться с организаторами» ну, вы можете отправить сообщение, и будьте уверены, мы также эту информацию получим и рассмотрим. Ну и с прошлого раза у нас есть еще небольшое такое нововведение. У нас появилась группа ВКонтакте, посвященная нашему комьюнити. Вот, в группу потихонечку добавляются люди. В общем-то, что в этой группе будет? Ну, как минимум, там будут презентации, фотографии, видео с наших встреч. Там же можно вполне естественно задать вопросы нашим докладчикам, которые вы не успели задать здесь. То есть, в общем-то, приветствуется как и просто включиться в эту группу и быть в курсе,
ну, соответственно, новостей, новых встреч, да, и тех материалов, которые мы вам можем предложить, так и распространение информации среди своих знакомых, друзей, коллег. В общем-то, для этого мы эти встречи и проводим, для того, чтобы популяризовать вот это вот наше движение, да, рассказать то, чем вы занимаетесь, поделиться опытом, рассказать то, чем мы занимаемся и так далее. Да. Вот, в общем-то, провести эти 3 часа с максимальной пользой. Ну, это, собственно, то, что я хотел сказать. И отдельное спасибо за то, что пришли в пятницу вечером. Я знаю, это было, наверное, не очень легко каждому из вас. Представляю слово Олегу. Вот еще раз, меня зовут Олег, я из компании Zero Turnaround, из Эстонии, и там мы занимаемся в основном тем, что мы пытаемся делать процесс разработки и вообще общение, и занятия как бы Java Development легче и поудобнее, и веселее, может быть. Вот. Сегодня я расскажу вам про три доклада. Первый будет патчем JVM, как с помощью различных библиотек, инструментации байткода и еще что-то, может быть, изменять приложение на лету. Второй будет про то, как можно удобнее и быстрее как бы разрабатывать приложение на Java. Извините, я прерву на секундочку. А Щербль присутствует здесь? Срочно машину переставьте, а то без нее останетесь. Хорошо, ладно. Вот. Второй доклад и третий доклад будет третьим про то, как построить систему непотребной доставки. Материала достаточно много, вопросов, наверное, будет тоже, поэтому какие-то быстрые вопросы, если будут, нам можно задавать сразу. Если вы хотите задать какой-нибудь вопрос, который породит холивар, то лучше подождать, скажем, паузы, или в конце каждой презентации будет небольшое демо. Во время демо, конечно, можно задавать больше вопросов, потому что можно показывать и отвечать одновременно. Вот. Так что смело задавайте, если что. Поехали. Во мне, чем я занимаюсь? У меня где-то лет 5-6 опыта разработки программ на Java. И в основном, как хотелось бы предполагать, я занимаюсь тем, что я решаю всякие проблемы, а не просто сижу и кожу штучки. Вот. Поэтому мне, конечно, можно верить, я как бы инженер. Вот. Дальше перейдем сразу к непосредственной презентации. То есть, что мы хотим сделать? Как мы патчим JVM? Соответственно, мы не будем спускаться ниже уровня как бы, языка Java, мы не будем спускаться в имплементацию JVM и не будем патчить ее на уровне как бы, C++ кода. Мы будем заниматься тем, что мы будем преобразовывать приложение, которое будет загружаться в виртуальную машину. Будем делать это на лету. То есть, скажем, у нас есть некий Ninja-класс, и мы хотим в рантайме заставить его вести себя по-другому. То есть преобразовать его в некий Ninja-класс Prim. И будем это делать с помощью, конечно, интерфейса инструментации, который уже достаточно давно доступен в Java и который был специально для этого придуман. То есть что мы делаем? Мы хотим заменять классы приложения на лету. То есть это может быть классы application сервера, это может быть классы вашего Swing приложения, это может быть классы фреймворка, любые классы, которые будут загружаться. Как мы это делаем? Мы это делаем таким образом. То есть слева вы видите диаграмму, как примерно выглядит приложение. То есть у вас есть виртуальная машина, в ней сидят классы, они загружаются класс-лоудерами, и, соответственно, есть инстансы этих классов, объекты. Что мы хотим сделать? Мы хотим взять какую-то внешнюю сущность, которая на диаграмме называется трансформер, и с помощью ее изменить не объекты, а поведение как бы классов. Вот. И по такой схеме мы это будем делать. Зачем мы это делаем? Хороший вопрос, но это позволяет на самом деле сделать гораздо больше вещей на платформе JVM, чем можно было бы предположить. То есть можно легко пробовать любые модели программирования. Например, те же аспекты обычно реализуются именно изменением байткода или чего-то. Можно придумывать всякие
профайлеры, дебаггеры, что угодно. То есть с введением интерфейса инструментации экосистема Java выросла в разы. То есть примеры вещей, которые используют изменение байткода, это, например, Chronon, который time-traveling debugger, когда вы можете ставить брейкпоинты и путешествовать по коду не только вперед, но и назад. Это практически любые профайлеры, например, New Relic, который позволяет вам подключиться, подключить вашу аппликацию к внешнему облаку и смотреть, мониторить его производительность, еще что-то. Это, конечно, инструменты, которые мы разрабатываем в Zero to Round, как JRebel или там LiveRebel, про них будет позже. Вот. Или мы можем делать просто ручные, как бы мануальные кастомные интеграции с всевозможными фреймворками или еще чем-либо. Один из классических примеров, например, у вас есть плагин для сет-разработки, и их дефолтных, конечно, несколько, да, то есть там Eclipse, там IntelliJ IDEA, Beans, еще что-то. И они все ведут себя немножко по-разному. Так как вы не хотите менять код плагина и затачивать под разные штучки, что можно сделать? Вы можете запатчить классы, которые загружаются во время загрузки среды разработки, и предоставить, например, общий интерфейс для себя. То есть как бы изменять не приложение под нужды среды, а достаточно просто изменить среду и заточить ее под свое приложение. Ну или просто нам скучно, и мы хотим делать что-то, что мы не делали раньше. Вот. В общем, очень мощный инструмент, я думаю, понравится. Теперь детальнее, как мы это будем делать? Мы будем добавлять YAML-агент к нашей, в наш процесс запуска виртуальной машины. То есть мы возьмем пакет YAML-lang инструмент и возьмем instance класс instrumentation, и как его получить? В основном он доступен, становится доступен, когда JVM запускается с опцией YAML-агента, то есть тогда до того момента, как начнут загружаться классы приложения, до того, как поведет запуск метода main, будет запущен метод pre-main-агента, и в этот момент мы сможем зарегистрировать необходимые трансформеры, чтобы менять классы приложения. Этот интерфейс доступен, начиная с версии 1, ну, с JDK 1.5, то есть уже очень давно. Я не знаю, я не думаю, что кто-то использует. Кто-нибудь еще использует 1.5? Конечно. Нет, в смысле из присутствующих, а не из... всех Java разработчиков мира. Вот. Отлично. Java 6 end of life в феврале. Это так. Дружеское напоминание. Вот. То есть технология, в принципе, достаточно старая, и на ее базе построено множество тулов. Так что, если что, апгрейдитесь и используйте на здоровье. Вот. Мы возьмем этот инстанс инструментации, мы зарегистрируем свои классы, которые будут применять, имплементировать интерфейс class file transformer. То есть Java сама по себе представляет вам интерфейсы для имплементации вещей, которые будут изменять классы. И потом мы просто возьмем и будем изменять на лету байткод классов приложения уже. И для этого у нас есть несколько библиотек, которые позволяют это делать. Сегодня мы посмотрим на Java Assist. Их на самом деле несколько, и они предлагают разный уровень изменения байткода. То есть это может быть DSL, и библиотека может вам предлагать просто писать тот же байткод, только на уровне Java source кода. Ну, скажем вам, вызывать байткод операции просто методами. Это может быть даже не DSL, а просто библиотека будет просить у вас массив операций байткода, то есть достаточно очень низкоуровневая. Или это может быть Java Assist, в который входит
компилятор, и который позволяет инструментировать bad-код с помощью синтаксиса Java и уровня Java. Но об этом немножко позже. То есть мы добавляем Java-агент, и мы и реализуем класс файл Transformer. Сосредоточимся пока на этом. Используя штучки из Java-lang инструмента. Наш агент будет выглядеть примерно так. Как хорошо всем видно код. Мы сделаем класс myAgent, в котором будет дефинирован метод premain. Именно его будет искать виртуальная машина, если вы подадите параметр java-агент. И этот метод получает инстанс инструментации. И, соответственно, позже мы можем взять этот инстанс и зарегистрировать новые трансформеры классов, которые будут менять класс. Классно? Классно. То есть это примерно как в общем случае выглядит Java-агент. Что для этого нам нужно, чтобы заставить это все работать? То есть если мы просто возьмем этот класс, естественно, и сделаем его, GVM не очень поймет, что мы от нее хотим. Мы, конечно, соберем и сделаем jar-файл. В манифест мы укажем, какой класс именно должен запускаться как premain. Мы поставим такую property, что can retransform classes поставим true, чтобы GVM знала, что мы на самом деле хотим позволить такое поведение, которое низкоуровневое и может быть достаточно опасное. То есть, например, если вы загружаете applet какой-нибудь, наверняка вы не хотите позволять этого, да? То есть и это, возможно, нужно как бы эксплицитно включать. И потом, когда у нас будет такой jar, мы просто запустим наш Java-процесс, дав ему опцию Java-агент и путь к нашему jar. Что в общем случае будет происходить? В общем случае, когда GVM запустит наш premain метод, мы зарегистрируем класс-трансформеры, и они будут запускаться каждый раз, когда GVM пытается загрузить какой-то класс в любой класс лодер. То есть мы будем получать оригинальный байткод этого класса, и GVM будет ожидать от нас назад измененный байткод. То есть в тривиальном случае мы просто можем регистрировать время загрузки классов и возвращать их, не изменяя. Это один момент. Это если мы ретрансформируем классы. Вторая property, вторая возможность, которую мы можем, это редефинировать классы. И в этом случае GVM не будет нам давать оригинальный байткод, а будет просто ожидать от нас суть класса нового. То есть, и позже мы покажем, я покажу пример, когда это прикольно и как это можно, естественно, использовать. И в этом случае просто старая дефиниция класса, отображение класса будет как бы выброшено и новое загружено. Ловко, ловко. Вот. Теперь у нас есть GVM, и теперь у нас есть способ, как запускать GVM с Java-агентом. Теперь мы подходим как раз к вопросу, как же мы хотим все-таки модифицировать этот байткод. JavaSys предлагает отличную возможность. У нас API, он предлагает API очень высокого уровня. Он предлагает возможность использовать, на самом деле, Java код, как вы его пишете, как бы он работает на уровне языка Java, а не на уровне байткода. И он сам это дело все компилирует и вставляет отдает байткод, ну, массив байтов туда, как надо. В общем, очень удобная библиотека. Выросла из одного JBoss-овского проекта уже достаточно давно тоже. Вот. Что я имел в виду, говоря, что у нас очень высокоуровневый API. Например, соответственно, когда мы хотим компилировать классы на лету, изменять классы, нам нужно всегда указывать класс пас, правильно? То есть мы очень редко у нас есть класс, который ни от чего не зависит, практически никогда. Соответственно, это можно делать какими-то методами указания классов по одному. JavaSys предлагает
такую вещь, как класс пул, и API класс пула очень прост. То есть вы можете получить инстанс этой вещи, заимпортить какие-то пакеты, которые вы хотите, и потом просто брать классы из этих пакетов. Таким образом, мы можем получить инстанс цета-класса. Цета-класс предлагает нам возможности изменения класса на лету. То есть мы можем добавлять поля, убирать поля, добавлять методы и все это делать на высоком уровне, не пытаясь вручную писать байт-код. Соответственно, когда у нас есть класс, мы можем получать методы, и методы как бы это в основном именно то, что мы хотим менять, потому что в основном именно они описывают поведение Java-аппликации, правда? То есть, когда у нас есть метод, с методом мы тоже можем делать все, что нам нужно, то есть добавлять параметры, изменять тело метода. Одни из самых полезных методов — это insert before и insert after, и вы видите, что они оперируют на… аргументом является просто string. То есть нам не нужно что-то выдумывать, мы просто в string пишем Java-код, и он будет вставлен внутрь метода тогда, когда нам нужно. Вот. И в принципе с помощью этих трех вещей, умение создавать Java-агента, умение получать instance инструментации, которая позволит нам менять классы, и библиотеки, которая позволит нам менять байт-код, мы можем делать штучки, и мы напрямую подходим к демо. То есть, например, сейчас я покажу сначала, как это происходит на уровне презентации, а потом мы пойдем в среду разработки и посмотрим, как это работает на самом деле. Вот. То есть, допустим, у нас есть такое приложение, в котором есть будильник, алярм, и в котором есть некий класс listener, который хочет запускать какие-то ивенты методом fire. И мы хотим взять этот алярм и заставить его применять интерфейс listener. То есть достаточно такая тривиальная задача. И на самом деле ее можно решить, используя просто как бы Java прокси объекты, но мы ее будем решать по-другому. Мы в наш класс файл transformer запишем следующий код. Мы возьмем Java-ассистовский класс pool, из него вытащим наш класс alarm без всяких хитростей, и потом классу просто скажем класс, теперь ты выполняешь этот, применяешь этот интерфейс, и, соответственно, чтобы применял интерфейс, класс должен применять все его методы, и мы добавим такой метод, метод fire, который будет вызывать метод alert, уже существующий в классе alarm. Вот. И с помощью такого нехитрого кода, то есть это не какой-то там rocket science, никакой черной магии, на самом деле, можно изменять поведение приложений и каких-то хитрых штук. Почему я об этом знаю? Потому что мы как бы с помощью инструментации байт-кода делали JRebel и делали SDK, development kit под JRebel. Соответственно, это один такой Java-агент, который позволяет, один продукт, скажем, про него пойдет речь позже в следующей презентации, но просто чтобы показать, этот продукт интегрируется со всем вот этим зоопарком технологий, и, естественно, все это было сделано в основном не затачивая продукт под технологии, а в основном именно используя Java-ассист как напильник, чтобы заточить технологии и заставить технологии предоставлять нам нужные интерфейсы, заставить эти программы, эти приложения делать то, что нам нужно. То есть и охват достаточно, я не знаю, должен внушать как минимум уважение. То есть здесь как стенды разработки, как какие-то билд-тулы, application-сервера и куча фреймворок. То есть и все это делала команда изначально, скажем, из 4 человек, сейчас их там человек 8, скажем. То есть
все эти интеграции сделаны не тысячами программистов, которые сидели и что-то сделали. То есть это на самом деле как бы достаточно удобно. Да? И теперь как бы смотри, как я умею. У нас два примера, и на самом деле код выложен и доступен на GitHub. Но я как бы не думаю, что кто-то будет сейчас туда лезть. Поэтому просто, если кому интересно, пощупать или попробовать самим, я потом дам ссылки, а мы попробуем это сделать в Eclipse, скажем. Сейчас он едет. Видно? Отлично. Так, теперь я буду концентрироваться здесь, потому что мне нужно трогать код. У нас есть такой небольшой проект, и на нем мы покажем просто, я покажу примеры, как мы можем модифицировать классы, и просто покажу некоторые примеры API Java Assist, просто чтобы вы почувствовали, чтобы, ну, чтобы вы могли потом понять, как бы нравится вам, не нравится, может быть, придумать, где вы можете это сами использовать, или хотя бы просто, когда встретится такая проблема, знать, что ага, мы можем сделать что-то такое. Проект очень простой. На самом деле он вырос из одного домашнего задания, которое наши, ну, мои коллеги как бы делали при Тюмени в университете про основы как бы Java. И там, естественно, были домашние задания. И, соответственно, было одно такое домашнее задание. Нам дается XML, который нам задает структуру каких-то бинов, да, с помощью. У нас есть бин, в нем есть какие-то поля, которые ссылаются на другие бины. Очень просто. Что программа должна делать? Программа должна загружать классы этих бинов, особым образом парсить аннотации из этих классов и запускать код, следуя аннотациям. Аннотации у нас простые. Аннотации у нас есть аннотация mute, которая будет мьютить метод. Это значит, что все обращения в system-out внутри метода, то есть если на методе сидит аннотация mute, то system-out не будет на нем работать. Так. Есть аннотация trace, которая значит, что, соответственно, если на методе есть аннотация trace, мы будем логировать. Ага, мы сейчас будем запускать этот метод. И у нас есть следующие бины. У нас есть бин A, который имеет аннотацию trace. У нас есть бин B, который имеет аннотацию mute. И у нас есть бин C, который имеет обе аннотации. То есть, скажем, когда мы вызываем метод класса cfoo, что мы ожидаем? Мы ожидаем, что из-за того, что есть trace, будет выведено, там, я вызываю метод foo класса c, и из-за того, что есть аннотация mute, эта строка не будет выведена. Да? Как мы это делаем? Основа сидит с помощью такого, у нас есть такой интерфейс процессор классов, и мы процессим инстанс z-класса. Например, у нас есть мьютер, который применяет этот интерфейс. Что он делает? Он что-то логирует, и потом у нас есть класс. Мы берем класс бина, мы берем все его методы, мы пытаемся использовать каждый метод, смотрим, есть ли на нем аннотация mute, и если что, вызываем метод mute на этом методе, который на самом деле делает следующее. Он пробегает по всему дереву вызовов в этом методе, и если метод внутри себя вызывает метод m, и этот метод имеет название println, и, соответственно, класс, если мы вызываем метод println класса printStream из метода, который мы получили здесь, то если у нас не systemout, то мы вызываем этот метод. Если у нас systemout, мы не вызываем этот метод.
скомканно, я думаю, должно быть понятно. Посмотрим на трейс. С трейсом такая же история. Мы просто берем все методы данного класса и вперед этого метода просто вызываем очередной systemout. Теперь тут есть трюк, как все поняли. Если мы вначале вызовем трейс, а потом вызовем, обработаем класс с помощью трейсера, а потом замьютим его, то этот systemout тоже замьютится. Поэтому нам нужно именно в правильном порядке запустить эти класс-процессоры. И мы это сделаем именно в правильном порядке. Теперь мы достаточно посмотрели кода, попробуем это все дело запустить. Сейчас это должно запуститься. Я очень надеюсь. Отлично. Что мы делаем? Мы вызываем, что программа делает? Вызывает метод из класса А, тест, на нем сидит trace. Я не сказал главного. Когда у нас дефинированы бины, соответственно, мы делаем структуру их и вызываем их рекурсивно. То есть бин А вызывает бин Б, бин Б вызывает бин С. То есть, когда мы запустили метод из класса из бина А, он запустил Б, то запустил С. Именно поэтому мы видим сначала вызов метода С, который был, как вы помните, и trace, и mute. То есть он был. Этот вызов был замьючен, и trace был поставлен, сказал C фу. Потом бин B был замьючен полностью. И, соответственно, бин А с аннотацией trace сказал, что он вызывает этот метод и выписал эту штучку. Чтобы показать, что это все работает, мы закомментируем здесь аннотацию mute. Соответственно, теперь, когда мы это запустим, мы ожидаем, что этот systemout println тоже будет выполнен. Да? Запустим. Main. Хоба. И, то есть, теперь мы видим, что после того, как мы затрейсили вызов метода, он сам тоже вызвался. Вот. Не очень полезный пример, но в нем собраны достаточно многие методы. То есть мы видели и как, соответственно, как используется insert before с достаточно внятным человеческим синтаксисом, так и как использовать expression editor, которые имеют не такой внятный синтаксис, но это все равно лучше, чем писать, просто используя операции байткода. То есть, если вам интересно или что-то, этот проект лежит на GitHub, как я еще раз говорил, и он служит примером, как мы можем использовать его ассист. Так? А теперь у нас есть второй проект, который не столько показывает, как использовать его ассист, сколько показывает, что с помощью этой штучки, с помощью всего этого комбо можно делать полезные вещи. То есть мы сделаем агента, который будет искать ресурс-лики. Что это значит? Это значит, что мы возьмем классы file input stream, file output stream и zip файл, которые доступны, соответственно, из самого JDK, из runtime класса. И мы их изменим так, что когда у нас есть инстанс такого класса, и garbage collector его собирает, а он еще не закрыт, мы об этом напишем, и помимо того, что мы просто напишем, что ага, тут у меня объект, который не закрыт, мы еще выпишем, где в коде и когда этот объект был создан. Разумно? Вот. И мы сделаем это таким образом. То есть у нас есть агент, в котором есть метод premain, и мы будем редефинировать классы. То есть мы будем редефинировать три этих класса. Так? Соответственно, мы получаем дефиниции классов, и в методе getDefinitions мы берем класс файл как ресурс, так как мы редефинируем, нам виртуальная машина не дает оригинальный байткод, поэтому мы его читаем из файловой системы. Мы его читаем и
мы трансформируем байткод. Трансформируем мы его уже по примеру, который мы видели как в будильнике. Мы берем класс пул, мы загружаем в класс пул байткод этого класса, получаем инстанс этого класса и процессим ее. Да? И потом возвращаем назад в виртуальной машине байткод уже измененного класса. И здесь мы делаем такой немножко что-то, что выглядит как черная магия. Мы берем конструкторы этих классов, и если это файл input stream или файл output stream, мы добавляем какую-то такую штуку. То есть мы записываем, где в коде был создан этот класс zip-файл тоже. И в конце концов, в конец конструктора мы добавляем код, который будет регистрировать этот объект в одной reference queue, то есть в нашем менеджере. То есть, грубо говоря, мы берем конструктор и заставляем его регистрироваться. И потом мы берем метод close и заставляем его в конце метода close, когда он сам закрылся, заставляем его отрегистрироваться от нашего менеджера. Менеджер делает очень просто. Менеджер на самом деле имеет просто коллекцию weak референсов на объекты, ну, чтобы garbage collector все-таки мог собрать эти классы. То есть и он имеет reference queue. То есть, грубо говоря, когда создается файл input stream, он регистрируется в менеджере, мы сохраняем weak reference на объект, и когда класс, объект собирается garbage collector, мы пишем в system out, что ага, такой-то файл input stream был открыт. Как мы это собираем? Что удивительно, Anthem. За что, чем я совершенно не горжусь, но просто это было просто применить. Мы собираем jar файл, мы создаем манифест, в котором мы записываем pre-main класс, как я говорил, в котором мы даем права творить с нашими классами все, что угодно, и которому мы даем bootclass pass, чтобы он мог использовать классы resource manager, resource leak manager и агент. Ну и, соответственно, мы в этот jar пихаем заодно контент файлов, просто чтобы удобнее было запускать. И потом мы его запускаем как Java процесс, мы даем ему Java агента, и мы даем ему какой класс запускать. Сейчас мы его тоже посмотрим. Этот main класс, этот нехороший main класс. Что этот main класс делает? Это уже будет само приложение, как бы этот класс показывает нам, какое бывает приложение. Приложение бывает такое. Оно берет файл, которого не существует сейчас. Давайте сейчас запишем какой-нибудь файл, который существует. Сейчас. Смотрите, как удачно. А то сейчас exception был бы конфуз. Ага. Так. Хоп, сохранились. Теперь у нас есть здесь файл, который существует. Потом мы берем input stream из этого файла. Разумно. И читаем из него байт. Никогда так не делайте. Это не стоит того. По крайней мере, можно после этого input stream закрыть. Все, сохранились. Мы оставляем input stream открытым. Соответственно, это файл input stream. Мы упоминаем нашему JVM, что, пожалуйста, можно запустить garbage collector. И мы спим немножко, чтобы garbage collector таки запустился. Что мы хотим от этой программы? Мы хотим, чтобы она нам написала, что вот этот файл input stream был открыт и не закрыт. То есть, чтобы мы могли запустить, найти этот resource leak. Мы запускаем, мы генерируем jar файл, и мы запускаем здесь ant выписывает нам то, ну, System out, стандарт output нашей программы. То есть, соответственно, мы ждем garbage collector, это пишет наша main программа, а вот эти строки пишет уже наш агент, и мы видим, что файл input stream для специального файла был открыт там-то.
и не закрыт. На самом деле, эта программа очень полезная. Мы ее сами используем, потому что дефолтными средствами Java, как выясняется, никак нельзя узнать, какой файл был, допустим, не закрыт, или когда файл не найден, или еще что-нибудь. Обычно как бы сообщения об ошибках очень простые, не содержат никакой полезной информации. Соответственно, мы запускаем, ну, у нас уже как бы наши приложения бегают с агентами, поэтому у нас там сидит такой же resource leak агент еще. Соответственно, когда у нас в программе кто-то не закрывает стримы, это достаточно быстро и легко находится. Вот этот проект тоже сидит на GitHub, и это очень полезный проект, мне так кажется. То есть подытожим, что мы знаем про этот проект. Мы знаем, этот проект показывает не столько API Java Assist, сколько как собрать это все вместе в какую-то одну штучку. Он показывает, как сделать jar файл, который запускается как премейном, и как именно определять опцию Java агента для JVM. То есть его тоже можно скачать, с ним можно поиграться и посмотреть, как и что делают эти штучки. Вот, это, в принципе, конец демо. Конец демо. Я думаю, сейчас как раз есть время для вопросов. Скажем, 4 минуты, судя по плану. А то, что он там изменял, вот этим Java System, это легко вообще потом сохранить какой-нибудь джарник? Да, сейчас я даже покажу, как. То есть, где же наш агент? Вот этот метод, который transform класс bytecode, да, он берет оригинальный байткод класса и, соответственно, возвращает модифицированный байткод. Что, как мы это делаем с помощью Java Assist? Мы просто загружаем байткод, читаем, меняем класс, как мы хотим, и потом просто берем этот байткод. То есть, соответственно, этот байт-аррей можно записать в файл, этот байт-аррей можно записать какой-нибудь entry из jar файла. По-моему, to file даже как бы у него есть как бы как API. To class, to byte. Вот, to byte код, data output stream, и просто даешь ему, он сам записывает. То есть на самом деле самое сложное здесь как бы, это не изменить байткод. А самое сложное обычно заключается в том, чтобы понять, как мы хотим изменить байткод. Потому что обычно библиотеки, которые написаны хорошо, или еще какие-то приложения, которые написаны по-человечески, их менять не очень нужно. А менять нужно обычно именно то, что написано не совсем по-человечески. И обычно у этого нет сорса. То есть тогда декомпилятор в помощь. Я использую JDGUI, он вполне как бы мне помогает. Если код обфусцированный, то он иногда ломается, JDGUI, тогда помогает JAT. Вот. Но суть в том, что как бы, когда ты смотришь, суть в том, что для применения всего этого компота нам нужен только байткод. Поэтому кто бы что бы не хотел сделать, но если кто-то распространяет свое приложение как бинарное, ну, соответственно, как jar файл, и, естественно, все, кто хотят распространять свое Java приложение, делают это именно таким образом, другим как бы это сложно сделать, они ничего не могут противопоставить. То есть если у вас есть какой-нибудь продукт, который, например, ходит лицензироваться куда-то в облако, ну, с помощью нехитрых манипуляций можно там занопить этот if, который проводит лицензию или еще что-то. И, скажем, чтобы продукт не ходил в облако. А вы? Очень важное замечание. Обычно такое, так сказать, вмешательство в продукт, оно запрещено лицензией. То есть то, что вы можете это сделать, применить физически, как бы не значит, что это как бы легально. Но, соответственно, на свой страх и риск можно делать классные штучки.
Можно. Что самое интересное, можно указывать несколько агентов, и от порядка, в котором ты их укажешь, они будут запущены. Соответственно, если ты, допустим, регистрируешь класс файл трансформера, они тоже будут запущены в неком порядке. И там в API-инструментации ты регистрируешь класс файл трансформер и даешь еще булевую переменную, которая говорит, как бы, это финальные изменения или нет. То есть, как бы, если твой трансформер не финальный, то есть ты позволяешь другим еще изменять уже измененный тобой байткод, то JVM будет достаточно умен, чтобы расставить их в таком порядке, чтобы они работали. То есть, как бы, трансформер, который возвращает изменяемый байткод, потом трансформер, который возвращает изменяемый байткод, и потом трансформер, который возвращает неизменяемый байткод, и потом уже exception, если ты захочешь уже снова это менять. Вот. То есть несколько агентов классно работают, поэтому в том числе наши продукты работают с другими продуктами, с некоторыми другими продуктами, которые тоже пытаются использовать. Например, с обычным мониторинг. Ну, мы делаем там черную магию, обычно мониторинг изменяет код, ну, очень мало, то есть они добавляют в начало метода и в конец метода какие-то access points, чтобы включать, выключать и записывать там время, скажем, да. То есть такие вещи легко работают с другими продуктами, которые меняют что-то в самом коде. Вот. Как-нибудь ограничение на то, что один должен запущен только до старта метода main? Можно обходить? Или, в принципе, но агент до запуска метода main, вообще на самом деле суть в чем? Почему это делается именно агентом и почему это до запуска main? Потому что мы хотим получить инструментацию. И как бы обычно, то есть как утверждает JavaDoc на классе instrumentation, его можно получить двумя методами. То есть или JVM его предоставляет агенту, который запускается до, или JVM запущен каким-то хитрым образом. Я не знаю таких случаев, когда инстанс инструментации можно получить как бы в рантайме уже как бы. Ну, я не знаю, нужно погуглить, но если они упоминают, то наверняка есть такие виртуальные машины, например, какая-нибудь IBM-овская, как бы этот E9 или что там, или G-Rocket, я точно не знаю. Но этот Oracle-овский, который бывший SAN-овский, дает, по-моему, только премейну. То есть, соответственно, если у вас есть свой JVM, вы можете эту инструментацию разбрасывать когда угодно. Вот. Можно я дополню? Да, конечно. Там ведь, насколько я знаю, в пятой версии действительно можно было запустить агент только до метода main. А в шестой можно запустить его уже из метода main. Не обязательно надо было менять DM. Там появляется метод addMain, и он запускается. И появляется как бы в... То есть мы можем запускать агенты, начиная с шестой версии, не только, когда мы не... Возможно. Это сходится с тем, что написано в JavaDoc. Вот. Нет, я думаю, как бы... Я думаю, если вы можете, то, скорее всего, так и есть. Я не буду это оспаривать. Я не знаю, как бы возможно ли это как бы на всех JVM. То есть, если это можно на Oracle-овской или на чем вы работаете? А имплементирование тоже может не поддерживаться на всех JVM. Да, конечно. И оно может включаться, например, по-разному. Но в общем случае, как бы его нужно включать. Вот. Но. Я думаю так. Мы можем потом поговорить, если кому еще интересно это. Словесная баталия. И вообще этот вопрос погуглить и обсудить. А сейчас мы можем перейти дальше, потому что
следующему. Если у нас нет больше вопросов, таких быстрых, не сложных. Отлично. Тогда мы возьмем курсор, выберем Eclipse. Уберем эту презентацию и включим следующую. Хоба. Этот второй рассказ будет про то, как сделать разработку приложений на Java более приятной и полезной, и быстрее, и качественнее, пожалуй. Соответственно, в конце презентации я буду показывать демо одного из наших продуктов, JRebel. Я просто хочу узнать, кто как бы знает, использует, кто слышал. Что? Вот, в ходе презентации я просто кто-то вообще не слышал. Поэтому я расскажу, какую проблему мы решаем с помощью этого продукта, как эту проблему пытаются решить, и вообще из-за чего она существует, как пытаются решить другие команды, и что из этого происходит, и почему, может быть, это не совсем решение, то, что кто-то предлагает. Я не говорю, что JRebel решение, но одно из. Вот. И потом покажу демо, соответственно. Так. Какую проблему мы решаем? У нас, когда мы разрабатываем программы на Java, у нас соответствующий цикл процесса разработки. Человек пишет код, думает предположительно сначала, пишет код. Потом мы собираем один большой как бы, архив, то есть если, или ну, один jar, в котором мы засовываем dependency и так дальше. Потом мы его в случае enterprise application, аппликации приложений и веб-приложений, мы его деплоим куда-то в сервер, и потом мы как бы, идем и смотрим, что же мы такого накодили. В случае обычной Java Standard Edition мы запускаем приложение, и оно или бежит до какого-то момента, чтобы посмотреть, что же было изменено. Или если это, допустим, там Sphinx аппликация, мы должны там прокликать кучу некстов и прийти к тому месту и посмотреть, что же изменилось. То есть две вещи из этого цикла важны. Думать и изменять, и проверять изменения. Одна из этих вещей менее важна. Выделена красным. То есть процесс сборки артефакта, процесс запуска — это именно то, куда тратится много времени, которое можно было, в принципе, не тратить. То есть, например, люди, программирующие на PHP, не очень озадачиваются такой проблемой. Люди, программирующие на Java, озадачиваются. Соответственно, опять же, картинка зоопарка. Технологий много, технологии разные. Проблему осознают многие. Кто осознает проблему? Вот, проблему осознают многие, решать проблему хотят как бы не очень многие. И почему? Потому что обычно production environment, он считается гораздо важнее, чем development. То есть все те же команды разработки application серверов, они сосредоточены на том, как бы получше сделать сервер, чтобы на нем в продакшене ничего же не упало, и как там его сделать побыстрее и поудобнее для администрирования. В последнее время, конечно, есть потуги сделать их быстрее и попроще для девелопмента, ну, поприятней, но в любом случае, скажем, когда JRebel только, ну, продукт наш только зарождался, и, соответственно, были какие-то попытки сконтактировать с вендорами серверов и так далее, там, например, сделать WebLogic с функциональностью JRebel. Ответ был, ну, такой, ну, нам не очень хочется напрягаться, и как бы development, ну, неважно, кто их там, этих гиков, разберет. Вот. То есть
игнорируются проблемы просто. И вендорами, теми командами, которые предоставляют, там, скажем, application сервера, еще что-то, которые сидят над уровнем как бы Java, то есть у нас есть операционная система, Java, скажем, application server, потом фреймворки, потом аппликация. Вот на уровне application серверов она игнорируется. На уровне Java она как бы по дизайну как бы так сложно сложилось, что нам нужен архив, и его нужно собрать. Как работает одно из решений, как, например, application серверки предоставляют, и они считают, что они этим решают проблему, возможно, как бы редеплоить аппликацию. Просто не рестартить сервер, да, а просто взять и сказать, что, что мы просто как бы хоп, и заново загрузили аппликацию, и вот она есть у нас. Что это не решает в общем виде, как этот процесс выглядит на практике, вот так. То есть сначала у нас будет контейнер, потом мы в какое-то время удачно редеплоим аппликацию, и она рестартится. А потом у нас выпадает out of memory. Об этом немножко позже. Сначала мы поговорим про контейнер boot time, то есть как они бутятся и как вообще работает эта штука. То есть вот уже... Ого, уже 3 года назад. Но можно считать 2, потому что был декабрь, это сейчас январь. 2 года назад мы замеряли время старта контейнеров и, соответственно, получали вот такие результаты. Не скажу, в каких единицах измерения, но в каких-то. Но суть в том, что JBoss команда, нет, там можно по линке пройти, и там наверняка будет описано. JBoss команда переписывает свой сервер каждый раз, каждая major версия — это новый сервер, и они эту проблему осознали на версии 5.1, которая стартовала минуты 2, просто потому что она так стартовала. И они переписали. То есть сейчас JBoss 7 молодец, прямо скажем. Вот. Tomcat'ы и Jetty, которые считаются легкими, и, ну, в принципе, скорее как бы сервлет-контейнерами, чем full-blown proud application server, они стартуют побыстрее, но, как выяснилось, пройдя опрос, опрос был такой, сколько времени занимает один redeploy или restart? Количество респондентов, я думаю, было около 1000, наверное. Я программист. И результаты примерно такие. В интернете. Да, это просто в интернете. То есть это данные, конечно, абсолютно не репрезентативны, но они описывают как бы в основном тренд. Да? То есть есть 7% людей, у которых каждый редеплой или каждый рестарт контейнера занимает 10 минут. Или им кажется, что он занимает 10 минут. Соответственно, есть 4% людей, которые считают, что у них времени на это вообще не уходит. Ну и так далее. Но мы как бы мы видим. Я просто могу спросить, вот, кто считает, что кто занимается разработкой, скажем, веб-приложений, ну, как бы с application сервером, еще кто-то. Вот у кого этот деплой занимает меньше минуты? Ну, на TS3.5 он не занимает деплой, ну, как бы деплой не занимает вообще. На чем? TS3.5. Да. Отлично. Мы поговорим об этом позже. Не, серьезно поговорим. Отлично. Я просто... У кого-то быстро, у кого-то не очень быстро. Там кто-то на Java 5 застрял, я думаю, там. Какой application сервер, если как бы... Отлично, хорошо. Ну, в общем, повезло. Но суть в том, что это процесс, который занимает какое-то время. И, опять же, взяв другие вопросы из того же как бы, исследования, мы получили такую хитрую цифру,
что если у вас тендерплой занимает минут 10, то вы это делаете два раза в час. То есть вы полчаса пишете код, а потом вы пробуете, работает это или нет. Если у вас тендерплой занимает, ну, процесс рестарта, то есть от того, как вы сохранили файл, до того момента, как вы увидели, как бы, как работает этот код, если он, этот процесс у вас занимает полминуты, то вы его запускаете каждые 3 минуты. Просто потому что как бы, вы знаете, что вам не надо ждать там 10 минут, и просто психологически ну, так происходит. Вот. Если помножить эти величины, выясняется, что где-то минут 17% времени где-то, ну скажем, минут 10 в час точно на это уходит. Как бы, и это кажется, ну, 10 минут, что там, раз в час. Ну, но это на самом деле время, которое копится и копится. Вот. Это описание проблемы было. Дальше описание возможных решений. То есть мы хотим избежать вот этого всего процесса. И как его можно избежать, самое такое straightforward решение, как вот мы хотим избавиться от чего-то этого. Естественно, мы хотим, и мы используем exploded deployments. Классно, нам не нужно ничего собирать. У нас классы будут как бы взяты прямо из нашей папки, какой-нибудь, куда у нас ID следа разработки их сохраняет. Да и вообще, мы можем как бы просто как бы embedded, допустим, прямо в JIT, прямо в нашей аппликации, и она будет прямо там же, соответственно. Классное решение, если у вас маленький проект, и если вы используете, например, JIT, который быстро, как молния. Если у вас большой проект, в котором есть множество модулей, которые подключаются к основному приложению как dependency, ситуация как бы не такая классная, потому что в основном их все равно нужно как-то билдить и как-то собирать артефакты, которые мы потом можем дать нашему приложению и сказать, ага, здесь твоя dependency. Соответственно, если проект очень большой, и структура этой ромашки такая ветвистая, и dependency много, все равно придется это пересобирать. То есть это большой шаг вперед, я согласен. То есть exploded deployment, если вы можете делать exploded deployment вместо packaged, то это то, что нужно делать в разработке, потому что это дает выигрыш. Соответственно, следующий слайд у нас такой шутка. Не совсем шутка, но... Ирония в том, что люди понимают о проблеме, это действительно кого-то из Stack Overflow, но они не совсем понимают как бы решение, и они не совсем понимают как бы тулинг, который экосистема им представляет. И это вот на самом деле одна из причин, почему как бы, вот эта презентация сейчас происходит, чтобы не было такого. Вот, то есть, соответственно, что делает Maven? У Maven есть как бы этот Jetty плагин, который там запускает Jetty и собирает, и так как Maven поддерживает там мультимодульные проекты, то есть даже в достаточно сложном случае Maven с помощью Jetty плагина может запускать сложную структуру аппликаций, и Jetty будет подбирать там dependency и прочее. Что как бы классно. Но что несколько отличается от решения, которое предлагает JRebel. То есть, что делаем мы? Просто забегая немножко вперед, но в то же время это очень относится к предыдущему слайду, где был exploded deployment. Вместо просто exploded deployment и обычного маппинга, что ага, application server, возьми мои классы тут, JRebel создает виртуальный маппинг. И то есть, соответственно, когда JVM хочет взять какой-либо ресурс, уже с помощью того, что мы можем менять поведение классов на лету, как бы с помощью агента, мы перезаписываем и создаем свой виртуальный маппинг, и мы можем направлять и читать любую ну, структуру как бы, любой сложности, просто потому что как бы, мы поддерживаем именно кастомный маппинг. То есть классы не берутся от какого-то
одного места, а классы берутся из различных мест, и структура, ну, проект как бы любой сложности достаточно легко описывается просто, как он расположен. То есть, например, это решается проблема dependency и сборки dependency, потому что точно так же можно сказать, ага, мои классы еще могут быть вот в том проекте. Соответственно, не нужно будет его собирать, потому что он как бы становится тоже как exploded. Разумно? То есть из всего этого процесса, который достаточно долгий, остается один — компиляция классов. И было бы классно, если бы этого было достаточно. Но суть в том, что приложение состоит из, соответственно, двух частей. У нас объектно-ориентированный мир, и там есть объекты, которые обладают поведением и неким стейтом. Это прям как дефиниция как бы объекта из какой-нибудь книжки по объектно-ориентированному программированию. То есть у нас есть поведенческий компонент, который описывается байткодом класса, и у нас есть какое-то состояние объекта, которое было бы классно сохранять, потому что иначе объект потеряет что-нибудь. Если мы просто все классы перезагрузим, то у нас будет достаточно неловко, потому что мы хотим изменить только поведение и сохранить стейт, а не изменить и стейт, и поведение, что, в принципе, было бы просто равносильно убыстренному перезапуску. Со стейтом у нас проблема, потому что стейт у нас очень разный. Стейт у нас может быть как внешний, так и внутренний, как сериализуемый или нет, так и какой-то вторичный. И как решают проблему со стейтом? Фреймворки или там, допустим, application сервера. Ну, вот так. И эта диаграмма показывает, как один из возможных путей сохранения стейта. То есть у нас есть иерархия класс-лоудеров, которые загрузили у нас классы. У классов есть как бы инстансы объектов, которые обладают стейтами. Теперь мы хотим изменить классы, чтобы изменить поведение. Мы делаем новый класс-лоудер, мы загружаем туда новые классы, мы пересоздаем существующие объекты в новом класс-лоудере, делаем их инстансами новых классов и как бы копируем стейт. И потом, когда у нас все скопировано, мы выбрасываем старый. Соответственно, потому что почему? Потому что нам не нужен лишний мусор. И это классно. Единственное, что там возникает ряд проблем. Это, например, один диаграмма показывает, как происходит application deploy. Да? Например, ну, в сервере он происходит именно так. То есть старая структура классов убирается, новая загружается, какие-то ресурсы копируются, и старая дискардится. Почему? Почему? Какие проблемы возникают? Во-первых, у нас заново создаются сессии, потому что мы создаем стейт. То есть мы реинициализируем всю эту систему, а не просто как-то копируем что-то. Да? То есть у нас какое-то время все равно уходит просто на тупо инициализацию это все. Мы лечим память. Почему? Потому что не лечить память очень сложно, скажем так. Потому что если у вас есть одна ссылка, то есть мы что-то зарегистрировали как JDBC драйвер, да, или еще что-то, мы залечили один объект, неважно какой, но каким-то образом его просто там скопировали неправильно или просто засанили куда-то или что-то, или положили в thread local и не очистили его, и он там сидит, один старый объект. Один старый объект имеет ссылку на его класс, класс имеет ссылку на свой класс-лоудер, класс-лоудер имеет ссылку на что? На все классы, которые он загрузил. Соответственно, мы скопировали или что-то каким-то образом упустили один объект, и у нас в памяти сидит все это дерево. Именно поэтому, например, когда мы
в сервере запускаем какой-нибудь там deploy процесс, обычно и сервера как бы, одна из частых проблем именно, скажем, драйвера и эти GSBC компоненты, которые регистрируются где-то в System Class Loader, и, соответственно, System Class Loader или того прочее, там Bootstrap Class Loader, его просто так не задискардишь, потому что в нем сидят помимо вашей аппликации другие классы, другие вещи. И, соответственно, когда мы это делаем, бум, помимо out of memory, который как бы в какой-то момент наступит, да, то есть вы можете сделать там 5 деплоев или там 6 деплоев, или если у вас большая аппликация, большое приложение, может быть 2. Но он придет, потому что память лечится, и она закончится. Помимо этого, у нас еще ряд проблем с тем, что у нас двойные класс-лоудеры. То есть у нас есть класс идентифицируется по паре как бы имя и класс-лоудер, который я запустил. То есть у нас когда-то инстанцовы будут выдавать как бы false, отрицательные результаты. Когда-то у нас будут класс-каст эксепшены, которые просто потому, что мы объект одного загружен в одном класс-лоудере, хотим скастить к объекту в другом. И, соответственно, у нас будут memory leaky. В общем, ряд проблем. Ряд решений. Tapestry 5. Play Framework. Grails. Да, они успешно... Они успешно это все применяют, ну, в какой-то более или менее успешной манере. Честно, я не знаю про Tapestry 5 детально, так что мы можем поговорить об этом тоже позже с компанией интересующихся, если как бы там всем не интересно. Я знаю про Play Framework, потому что мы на нем тоже разрабатываем. Вот там класс Cast Exception выпадают очень часто. То есть вы меняете какой-то класс, который достаточно значимый, там, например, тип там, лицензии, информации или что-то, которое, допустим, подгружаются каким-то кронджовом, ну, регулярно. И в какой-то момент просто из-за того, что Play решил, что там у тебя изменились классы, давай-ка я выброшу старый класс-лоудер и загружу новый. В какой-то момент этот кронджоб придет снова, и все пропадает с класс-кастами. Это раз. Во-вторых, но это хорошо, это, используя одного из этих вещей, гораздо лучше, чем использование просто exploded deployment, скажем, с Maven Jetty плагина. То есть это выстраивает ситуацию, улучшает. Единственным минусом является то, что как бы эти решения предлагают перейти на их стек. То есть очень сложно взять существующую свою систему, которая работает так, как она работает уже много миллионов лет, и вдруг сказать, а теперь мы перепишем ее на Play и уже существующую свою систему взять и просто засунуть, это, скажем, в Play аппликацию как бы невозможно. То есть, если вы начинаете новый проект и у вас есть возможность выбрать одну из, скажем, более современных фреймворок, чем что-то старое, запросто, это классно. Если у вас уже существующий проект, который длится много лет, то соответственно, да, вы знаете о том, что такие решения существуют. Нет, вы не можете их использовать по причине, что вы не используете технологии. Вот. Следующий шаг после уже создания этих двойных класс-лоудеров, когда мы хотим просто инициализировать новые компоненты, и, например, одно из решений, что? Одно из решений, например, HotSwap. HotSwap, как мы все знаем, позволяет во время дебаг-сессии заменять тела методов как бы на лету. Что для этого нужно? Для этого нужна дебаг-сессия, и для этого нужно просто подключиться из среды разработки, и в какой-то момент она просто отдаст команду, теперь вот этот метод выполняется вот так. И JVM это поймет,
скажем, оракловская, бывшая сановская, как бы, GVM имеет hot swap, какие-то из них позволяют делать больше, то есть IBM-овская виртуальная машина позволяет, по-моему, добавлять методы, что гораздо лучше, чем просто менять тела методов, потому что прямо, скажем, изменение тела метода как бы не самая, ну, одна из самых частых, но поддерживая только такие операции, далеко не уедешь. Как бы добавление методов, изменение сигнатуры методов, добавление каких-нибудь полей — это все как бы насущные проблемы. Это то, чем занимается программист, когда он пишет код. И, соответственно, если поддерживать только изменение тел методов, далеко не уедешь. Вот. Соответственно, на IBM можно добавлять, и можно уехать дальше, чем на HotSwap. Как можно уехать еще дальше? Можно уехать, используя суперпродукт JRebel. Как видно из приведенной таблицы, это не волшебное магическое решение, которое накормит голодных и поселит бездомных и решит все ваши проблемы. Потому что какие-то вещи не поддерживаются даже в нем. Заодно большинство вещей, которые обычно встречаются во время разработки, как то добавление, удаление методов, создание, удаление классов, изменение сигнатур методов, добавление полей, добавление классов, которые наследуют что-то, оно JRebel решается. Изменение иерархии классов, то есть когда класс что-то наследует, и вы хотите сделать его, чтобы он наследовал что-то еще, что-то другое, ну, прямо скажем, не поддерживается. Почему не поддерживается, я могу сказать, потому что это было бы сложно. Там полиморфизм, который, ну, то есть у нас не только отзывы в суперметоды, которые идут наверх, у нас плюс полиморфизм, который идет вниз, у нас визибилити классов, полей и прочего, которое тоже как бы рандомно меняется, когда вы, ну, вы просто дерево классов как бы случайным образом поменяли, и изменения как бы не поддерживаются. Как JRebel делает это внутри? Мы поговорим об этом позже, через некоторое время. Плюс, что JRebel умеет по сравнению, скажем, с HotSwap, это то, что у нас есть интеграции с 100 тысяч миллионов, точнее, около 50 как бы, фреймворок, и изменение конфигураций, например, этих фреймворок, оно тоже пропагируется в ваш, как бы, в вашу как бы, запущенную JVM как бы, автоматически с помощью JRebel. То есть вы там поменяли конфигурацию там, Spring, или вы там засунули новый этот AGB в свою аппликацию, и оно мастерски поддерживается. Вот, учитывая, что следующий слайд как бы призывает нас к демо, я расскажу просто, как JRebel это делает внутри, потому что, ну, чтобы сделать немножко более техническим. Умея как бы изменять на лету классы, на самом деле, мы запускаемся как Java-агент. И что мы делаем? Мы сидим под класс-лоадерами, так как мы можем менять байткод, и мы на самом деле кормим не прямо классы, которые нужны, мы создаем как бы систему прокси, и, соответственно, когда код хочет зааксессить что-то из класса, он проходит через некую прокси, и классы персонируются. То есть, соответственно, когда метод добавился, или какая-то у метода поменялась сигнатура, и JVM спрашивает, ага, я хочу такой метод с такой сигнатурой, JRebel смотрит и думает, ага, это появилось в этой версии, как бы, и код редиректится туда. Соответственно, когда вы хотите зааксессить field, ну, какое-нибудь поле объекта старое, которое было в старом, JRebel умница и молодец, и редиректит код туда, где было засечено это поле, а не в новый объект, в котором поле, соответственно, может быть null. То есть таким, с помощью такой хитрой системы прокси и версионирования мы можем JRebel позволяет использовать новую функциональность из новых классов. Соответственно, states остается в старых классах, так как мы сидим под класс-лоадерами, новых мы не создаем, поэтому проблемы с памятью решаются и с копированием стейта.
И сейчас я покажу, как это все магически происходит. А можно вопрос? Да, конечно. Насчет новых кластодеров не создает. А как тогда грузится, как переопределяется класс тем же именем в том же кластоде, но когда в него добавляется нет? Вот у вас это поддерживается, но это GVM не поддерживает. Uh-huh. Нет. Именно из-за того, что у нас есть система прокси, я JRebel, а ты будешь класс скомпилировать. Ну, ты будешь тот, кто дает мне версии скомпилированных классов. Ты даешь мне новый класс, новые байты, даже не так, JVM accessит через меня объект, я иду смотрю, ага, у меня есть новые байты, у меня есть новый. Прежде чем объект появился, должен появиться класс. Да, хорошо, JVM просит load класс. JRebel, используя свой виртуальный маппинг, который мы задали, идет и смотрит, ага, у меня есть байты. Читает байты, создает прокси с именем класса, создает версионированный класс, скажем, класс version 0, да, к примеру, грузит туда байты из твоего, твой байткод. Во время прокси регистрирует этот класс, эту версию. И, соответственно, когда этот класс кто-то использует, JVM, перенаправляет и вызывает, скажем, методы и дает как бы поля этого объекта, этого класса. Так, но тут я понял, что новый класс переименован. То есть, если там перезагружаю, например, делаю rectify string, мне получится string 1, string 2. Да. Да. Да, конечно. В виртуальной машине все класс. Да. Вот у него все еще нет нового метода. Его не было раньше, и сейчас нет тоже. Да. Ну вот, соответственно, как еще раз сказал, хочу тут вот делать там рост класс. Прокси представляет из себя. Ну, я могу в общих чертах рассказать. Я не. Да, я просто сейчас скажу. Грубо говоря, там как бы так хитро меняется байткод, и прокси создается такой, что объект аксессится через какие-то аксессоры. То есть метод берется, и, грубо говоря, как в JavaScript, у тебя объекты как бы просто прототип. Грубо говоря, у тебя есть там, скажем, map из методов полей и еще что-то, и который, как бы, который сидит в прокси. Соответственно, он может выполняться, когда у тебя там другие. Вот это прокси, то, что сейчас называется прокси. Хорошо. Это магическая сущность, о которой мы поговорим позже. Но, грубо говоря, она имеет map как бы, методов из класса и полей из класса, и которая, как бы, когда ты ее аксессишь, как бы, она вызовет тебя дальше. Это в общих чертах. Я сейчас начну делать демо. Где прокси хранит информацию? Класс, когда лодится, он создается инстанс как бы класса в JVM на хипе. В общем, оно хранится просто в памяти, как бы на хипе хранятся версии классов. И я, может, просто не совсем понял вопрос, но они просто лодятся и лодятся и лодятся новые.
И просто там сидит один такой redirection manager, который умеет их все использовать. Кто? Да, естественно, если вы создадите столько классов, что они не влезут у вас в память, то там, конечно, выпадет, скажем, сейчас еще пермген, да, допустим, на Oracle-овском. Что с этим делать? Увеличивать пермген. Потому что, когда я говорил, что Jrebel решает проблему с памятью, ну, с out of memory и так далее, это не значит, что они решают, Jrebel решает все проблемы с памятью магически. Решается проблема с тем, что когда компоненты, state компонентов переписывается, соответственно, не лечится как бы старый класс лоудера все классы, да? А когда изменяется один класс, то он один и добавляется в память. Кто знает, сколько как бы занимает память один класс? Вот, ну, это отличный ответ на сложный вопрос. Нет, суть в том, что как бы не очень много. Я не скажу точную цифру, потому что это записывается, не хочу врать на камеру. Но не очень много. То есть как бы добавлять классы, в принципе, это достаточно дешевая операция. Ну, потому что это... Ну, сколько один класс-файл весит там в байтах? Ну, примерно столько же можно считать, что этот класс занимает в памяти. В памяти. Так, все. Дальше, если есть какие-то вопросы, мы быстро перейдем в... Да, в демо и рассмотрим вопросы позже, потому что я вижу тут уже. Человек грацует. Так, и я тут уже делаю какие-то штучки, манипуляции, но вы не видите их. Что у меня есть? У меня запущен. Сейчас я курсор найду. У меня есть Tomcat, который запущен с Jrebel. Как это делается? Это делается очень просто. Я его не буду останавливать, потому что времени прошло. Но суть в том, что в файл Catalina.bat, там, где вызывается Java, как бы вся конфигурация, которая необходима, мы записали java-java-агент и путь к Jrebel. Это раз. Второе, что мы сделали, это мы в наш проект записали некий XML-файл, который магическим образом указывает Jrebel, где будут находиться классы. Именно происходит непонятное. Где будут находиться классы? То есть именно с помощью такого XML, который должен попасть в аппликацию, в конце концов, Jrebel знает, как создать ему виртуальный маппинг. То есть здесь может быть множество таких элементов, если у вас сложная структура. У нас структура простая, это у нас один элемент. И сам как бы source, который у нас есть. Сейчас мы пойдем назад. Вот аппликация совершенно независимая, как бы не написанная нами, как бы используется Spring и Pitclinic. Хрестоматийный пример. Веб-аппликация в Tomcat мы хотим изменить. У нас есть форма с валидацией. Что мы теперь можем сделать? Мы можем пойти и, скажем, изменить код на лету. Возьмем валидатор, который в workspace проекта. То есть что Jrebel делает? Он мапит как бы нашу аппликацию, которая бежит там вот в том Tomcat. Он мапит на наш workspace. Поэтому когда мы изменяем source как бы в workspace, изменили, закомментировав валидацию первого имени, мы сохраняем. Тут вмешивается как бы среда разработки, которая, в принципе, одна из причин, зачем она создана, компилировать вещи для нас. Да? Она, мой Eclipse сейчас скомпилировал этот класс на сохранение. Что мы делаем дальше? Мы идем назад в браузер, и мы демо-эффект. Мы видим. Мы видим, что валидация имени была отключена. Что мы видим в логе? Мы видим, что Jrebel осознал, что класс был изменен, и
и подгрузил новую дефиницию. И, ну, это, конечно, очень impressive, очень восхитительно и внушает, но это просто, это, с этим бы справился даже hot swap, правильно? Не зря я там сколько времени как бы распинался, что hot swap не решает все проблемы. Мы сделаем так, мы возьмем и вынесем новый метод. Да, скажем. Прошу прощения, это не моя клавиатура. Скажем, validate some fields. Да? У нас будет новый метод, вынесенный совершенно как бы новый. И чтобы вы видели, что запускается новый метод, а не старый метод, мы закомментируем валидацию также и фамилии. Да? То есть я сохранил, классы загрузились. Теперь, что мы бы увидели с hot-swap'ом? Мы бы увидели, что ситуация плохая, и нам нужно или редеплоить, или перезапускать сервер. Да? Что мы видим с Jerabel'ом? Что? Сохранение? Или? Что мы видим? Мы видим, что, используя Windows, если вы поставите в консоль курсор, то вы прервете, и получится очень неприятно. Вот. Когда мы позволим нашей программе выполняться дальше, то валидация имени, соответственно, фамилии тоже пропала. Вот, а таким образом, как было видно раньше на презентации, можно делать много штучек. Нельзя, к сожалению, изменять иерархию классов, но можно добавлять новые классы, можно изменять что-то. Пожалуйста, я еще покажу, потому что у нас буквально минута времени есть. Конфигурацию фреймворк. Да? Как я говорил, что мы можем позволить вам не только классы менять, но и что-то там, конфигурацию, там XML, еще что-то. Я надеюсь, это будет тоже работать. Скажем, когда мы изменили URL, мы получаем exception. Почему? Потому что нет никакого URL to servlet mapping, то есть просто фреймворка Spring в данном случае не знает, что, какой код нам запускать, когда мы аксессим этот URL. Как это выглядит? У нас в IDE у нас есть класс форма добавления владельца питомца, на которой сидит как бы конфигурация в виде аннотаций. Нам достаточно ее изменить и пойти назад в браузер, чтобы вуаля увидеть, что это изменение было подобрано. Заметим, что в дело вступила специальная интеграция, а не абы что. И заметим, что мы реконфигурировали один бин. Да? То есть, соответственно, их можно писать тоже по-разному, интеграции, и какие-то лучше, какие-то хуже, какие-то больше используются, какие-то меньше, соответственно, набор фич и то, что поддерживается, ну, reload, чего поддерживается, меняется. Но для Spring мы, допустим, не реинициализируем весь контекст, то есть ваша гигантская аппликация, которая там имеет тысячи как бы бинов, это все не будет загружаться заново. То есть то, что изменилось, и в принципе это то, к чему мы стремимся, то, как должно быть. Вы что-то изменили, и это изменение поддерживается в бегущем JVM. И надо снять здесь курсор. Вот. Что происходит, когда изменение не поддерживается? В общем случае, здесь два варианта. Скажем, вы запускаете ваш сервер как бы из IDE, да? И, соответственно, Jerabel добавляется в application server из плагина от IDE. Например, Eclipse там запускает JBoss через JBoss Tools, и в Eclipse установлен Jerabel-овский плагин, да, и он получает нотификацию, очень красивую, которая говорит, sorry, bro, ну, сейчас нужно перезапустить. То есть плюс решение в том, что даже когда ничего не работает, самое худшее, что может случиться, это то, что вы как бы назад к своей привычной как бы концепции разработки, что нужно перезапустить сервер. Да?
Соответственно, как показывает практика, где-то 95% как бы причин для редеплоя как бы Jabber как бы снимает. То есть, ну, вот. Все, на этом все. Коллеги, у нас сейчас будет перерывчик. Да. Ты, кстати, упоминал про интеграцию Jabber с JDeveloper'ом. Да, отлично. Прямо product pitch сейчас будет. Ща. Интеграция. Интеграции Jabber существует со всеми application-серверами. Ну, практически со всеми, но с теми, с кем вы хотите, наверняка поддержите. То есть WebLogic, там, JBoss, Glassfish, Resin, какие-нибудь странные варианты Tomcat'ов, типа там как бы. Конечно. Как бы наши любимые. Просто тем, кому-то да. Так повезло, как нам, кто не разрабатывает на Spring Framework в Tomcat, да? Вот. Да. Ну, должен. Да, то есть application сервера поддерживаются. Плагины в IDE есть ко всем заслуживающим IDE. То есть Eclipse, IntelliJ, NetBeans, RAD, MyEclipse. Они в разные состоянии, ну, в разном состоянии, когда новые фичи появляются, скажем, для Eclipse и IntelliJ в начале, а потом, ну, скажем, для остальных. Но в общем случае они все делают примерно одно и то же. То есть они позволяют конфигурировать там в один клик проект, потому что IDE знает, куда она компилирует файлы, правильно? Нет смысла делать это руками. Вот. Фреймворки, которые как бы странные фреймворки, которые используют люди. На сайте есть лист, я не буду сейчас набирать длинный URL, но там поддерживается практически все. Есть поддержка ADF, например. То есть если кто-то там с WebLogic, NetBeans и ADF как бы страдает, то да, она, скажем, в... Вот, да. Есть, и это можно пойти посмотреть. Соответственно, как бы магическое решение, оно проприетарное, оно платное. Для open source девелоперов, если у вас есть open source проект, или, скажем, если вы хотите просто для некоммерческого использования, есть, соответственно, варианты использовать, ну, как бы бесплатное использование Jabber. То есть welcome и маленькие, большие как бы, компании разработчиков. Вот. Вот так вот за недорого можно рекламировать свой продукт у нас здесь. Коллеги, ну сейчас предлагаю все-таки сделать перерывчик. Вот.